Чашка для водохлеба. А кто просил передать? Узнаешь скоро. Узнаешь, да. Никто не знает. Мы... Да, конечно. Никто ничего не знает. Да, конечно. Просили передать, не знаю, кто в курсе. Ну просто почту прислали. Вы же со мной едете. Нет? Нет. С тобой никто не едет, ты с тобой. Конечно. Я к пяти. Пяти? Да, я к пяти. Сейчас на самом деле. Сейчас на самом деле, да. Ну если вы будете, тогда увидимся. Мы увидимся. Я тоже. Давай бегом. Да, я бегом. А, Данечка, давайте я потом буду все читать. Где, Даня, вот это вот, да? Чего? Нижний мунт. Подожди. А, вот, да, маршрут? Как ты долго шел, устал. Я не шел, я ехал. А теперь срочно передвигай попу ко входу в станцию метро Гостиной. У выхода. Блин, я всех убью потом. Вот это ой, спасибо. Наконец-то начну читать. Да, но ты будешь ехать долго. Да, очень интересно. Ой, супер, спасибо. А вы? Все, пока. Ну что, я вас жду 4 часа. Не опаздывайте. Спасибо. Капец. Пешком пойдем? Пошли пешком. Все, давай, мне подарили, все, я прочитал. Книжку подарили, караоке, я буду петь. Юля, извини. Что я буду петь. Все. Давай, светофор. Да я как-то иду, смотрю. Даже не знаю, кто будет здесь. Хватаюсь туда сюда. Очки. Спасибо. Одевать. Все, так дальше пойдешь. Да ладно, что с ней прикольно. Ух ты. Спасибо. Да, я очень старый просто. Конечно, не то, что молодой. Сейчас мы проверим, чтобы все поняли. С кого суд? В одноименном баре в ТК Пик. Поспеши. А как понять в одноименном баре? А, насколько мы поняли, бар называется «Комиссия». А, я знаю, где это. Ну вот и все. Хорошо. 4 часа? Да, обязательно. Ну все, давайте. До встречи. Спасибо. Что, куда движем? Пик в «Комиссия бар». «Комиссия бар». Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Привет. В общем-то. Спасибо. Смотри, я таскаюсь с этой херней. Ну это еще не все. Это то, что я тебе обещал. Потом прочитаешь, что там такое. Да, я прочитаю. Что сделать тоже объясню. Это чтобы жизнь твоя сладкой была. Опа! Встречи. Встреч. Это мне нужно. Это бы рассказать. Следующее. Да. Дальше что ли? Да, то ли дальше. Вот. Жизнь сегодня твоя такая. Ты клади, читай. Да. Знаешь, как жарко на улице? Знаю. Тут плохо видно. А ты чего так долго ехал? Я шел пешком. Скорее забирай подарок и езжай на Парк Победы. С мальчиками не задерживайся, а то некоторые девочки будут переживать. Как приедешь, жди внизу эскалатора, который работает на подъем. Ага.
Вы издеваетесь, нет? Ну, в общем, ты понял, да? В общем, я на парк победу вышел. Да. Ой. Ехать на парк победы. Охренеть. Ты что, тебя ж не телевидение снимает. А, да. Тебя тут не запикают. Это капец. Устал? Я очень устал. Сейчас этим вот пакетом, который да уже полон весь, полный. А, значит, на Парк Победы были девочки. После Камасутры к девочкам. Камасутру изучил, теперь к девочкам. Это круто. Все. Твой любимый KFC. Не забывай. Не забывай. Я плохо так пишу. Лосить? Черт! Ловить! Улыбки? Улыбки. На встречном столе. Чмоки. Ой, спасибо. Ну давай, чмоки. Спасибо большое. А мы любим. Ну, хоть одна идея есть в твоей голове. Да, мы здесь, и никто же не надо ехать. Здравствуйте. Что вы тут делаете, интересно? Да я сам в шоке. Тебе день рождения. Спасибо. Счастье тебе, дорогой. Ну, вообще здоровье. Спасибо. Ну давай, прислади к нам. Мы тут немножко работаем. Ой, вообще. Я устал. Мотаться. Мотаешь ты дома? Да. Всему да, городу. Скажи нам, как ты мотаешься, мы ни хрена не знаем. Сидим и сидим. Да? Мне сначала сказали в галерею ехать. Ехал в галерею. Там дает открыт. Я езжаю в Subway на Невском. Поехал туда. Приехал. Потом иди к гостиному двору ко входу. Поехал. Потом иди в Синую в Камасутру бар. Пошел туда. Потом на Парк Победы. Сейчас мне на эскалаторе еще с управлением так. Вот. И сказали сюда идти. Ты уже снимаешь, что ли? Смотри, какие они рыжие. Сними их, они рыжие. Ой, что тут за гопа? Капец. Такие посередине стоят, вообще круто. Ой, блин. Сними, быстрее, сними. Вон, вон, слева, слева. Спасибо.
Что там может быть? Да, что там? Давай попробуем. Да, вариант, вариант, вариант. Подожди, не открывай. Еще сигареты, да, Толя? Ну, варианты скажите какие-нибудь. Я не знаю. Ну, предположение. Телевизор там, я не знаю. Да, конечно. Микроволновка, ключи от машины. Машина. Ключи от квартиры там. Нет, я лучше открою и посмотрю.